знаете, Good News — это такая программа, где с лицами мужчин делают разные странные вещи. Ну вот меня вспомним. Или Антона. Ты прекрасен, Антон. Но редакция не успокоилась. Говорит, иди пробуй на себе фейсбилдинг. По-русски лицестроение. Это такая гимнастика, чтобы в 60 лет как бегемот не выглядеть. Ну посмотрим. Мы тренируем мышцы для того, чтобы восстановить наш мышечный корсет и вернуть форму и красоту. Если я вот сейчас молод и красив, то нужно ли это делать? Профилактика всегда лучше, чем лечение. Лучше сохранить с молодости то, что есть, чем в старости исправлять то, что нажито. А давайте научимся улыбаться. Губы заворачиваем за зубы. И начинаем улыбаться. Простите, что вам приходится это видеть. Если мы поднимем свой треугольник молодости на место, лицо тоже встанет. Поэтично. Треугольник молодости. Треугольник молодости, чтобы не превратиться в трапецию старости. А вот что мне каждое утро делать, чтобы у меня лицо было подольше красивым и нестареющим? Вам немножко, мужчинам, проще, потому что вы бреетесь, и вы практически, да, производите этот массаж на лице. У девушек этого нет. Мы наносим моющее средство на лицо, и дальше начинаем работать костяшками наших пальчиков. Потом нарисовали себе красивый овал. По массажным линиям прошлись вверх по лицу, помассировали бровки и лоб круговыми движениями. Так просто? Так просто. Можно даже этим.